В убийстве виновен. Суд Екатеринбурга поставил точку в резонансном деле Дмитрия Лошагина. Он проведет в колонии строгого режима 10 лет за жестокое убийство жены фотомодели Юлии Прокопьевой. За процессом в Екатеринбурге следит наш корреспондент Кирилл Бортников. Здравствуйте, Кирилл. Прежде Лошагин отрицал вину, более того, районный суд его оправдал, областной этот приговор отменил, и вот теперь Лошагин все-таки признан виновным. Как он или адвокаты отреагировали на новое решение суда? Ольга, добрый день. Действительно, сегодня реакция Дмитрия Лошагина была весьма однозначна. Создалось такое впечатление, что с самого утра он уже знал, что приговор будет неоправдательным. И на последнем слове он заявил: ну что ж, хотели посадить, так посадили. Фраза была примерно такая. Хотя изначально, да, он отрицал свою причастность к убийству своей супруги Юлии Прокопьевой. Я напомню, все это произошло в августе 2013 года, сразу после светской вечеринки, которая проходила в фотостудии Лошагина. Между супругами разгорелся конфликт. Уже доказано, что нетрезвый Дмитрий Лошагин избил свою супругу, свернул ей шею, поместил тело в пластиковый короб, затем вывез за город и попытался сжечь. В рамках расследования установили, что Юлия Прокопьева погибла действительно из-за того, что ей скрутили шею. Помимо того, следователям удалось доказать, что тело погибшей могло поместиться в пластиковый контейнер, с которым на съемках камер видеонаблюдения, которые, кстати, были умышленно удалены, сегодня об этом рассказали в суде, Лошагин появлялся в фотостудии. Помимо того, следователи провели достаточно большую работу, допросили порядка 100 свидетелей. Провели около 50 различных экспертиз. В общем, колоссальная работа была проведена. И вот что они сегодня заявили по поводу сделанной своей работы, по поводу того, что они смогли доказать виновность Дмитрия Лошагина. Суд тщательно исследовал доказательства, которые были представлены органами Следственного комитета и полицейскими. Суд установил, что эти доказательства оказались весомыми и достаточными для вынесения Дмитрию Лошагину именно обвинительного приговора. Сотрудникам Следственного комитета и полицейским удалось буквально по крупицам собрать доказательства, которые говорят о причастности и виновности Дмитрия Лошагина. Вот самое главное, что действительно его признали виновным. Вот это для меня сейчас самое главное. 10 лет, ну, понимаете, я как-то вот здесь теряюсь, знаете, я и вышла, я конечно, не, ну, как бы, ну, недовольна, что ли, теми 10 годами. Это мой ребенок, его нет. Но самое главное, что сейчас человек все-таки, у него будет время, так скажем, подумать о содеянном. Да, действительно, родственники убитой фотомодели остались несколько недовольны, несмотря на то, что они изначально просили 13 лет колонии строгого режима. Но Дмитрий Лошагин сегодня покинул зал суда в наручниках. Стоит добавить, что дело в этой запутанной и трагичной истории. Ставить точку здесь пока рано, потому как все-таки Дмитрий Лошагин намерен обжаловать решение районного суда. И на это у него есть около 10 дней после того, как приговор вступит в законную силу. Ольга. Ясно, спасибо. Будем ждать развития событий. Кирилл Бортников о развязке дела екатеринбургского фотографа Лошагина. Он признан виновным в убийстве жены фотомодели. В эти минуты проходит экстренное заседание Совета обороны и национальной безопасности Франции. Его в оперативном порядке созвал французский президент. В сети появились новые разоблачения, опубликованные WikiLeaks. Так вот, оказалось, лидеров Пятой республики Оланда, Саркози и Жака Ширака 6 лет прослушивали американские спецслужбы. Реакция Парижа, действия АНБ недопустимы для союзников. С подробностями нового скандала с прослушкой. Анастасия Попова. Все трое лидеров Франции под колпаком. Первые полосы французских газет пестрят скандальными заголовками. Американское агентство национальной безопасности на протяжении 6 лет шпионило за Жаком Шираком, Николя Саркози и Франсуа Оландом. Документы под грифом «Совершенно секретный» ресурс WikiLeaks передал газете «Либерасьон» и агентству «Медиапар». И снова мы убеждаемся в том, что у Соединенных Штатов нет союзников. У них есть только цели и вассалы. В базу данных американской разведки попали номера чиновников во французском министерстве иностранных дел, финансов, сельского хозяйства. АНБ даже записывала сообщения, идущие по зашифрованному каналу прямой линии связи между главами государств. В опубликованных списках телефоны министров, советников президента, его администрации и даже мобильный номер самого главы Пятой республики. Из записи его разговоров, к примеру, понятно, Франция тайно готовилась к выходу Греции из зоны евро еще 3 года назад.
Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил намерение провести в Париж закрытую встречу, на которой будет обсуждаться кризис в еврозоне, а в частности возможный выход Греции из состава Евросоюза. Олланд подчеркнул, что встреча должна оставаться в секрете, так как опасается, что если мировая общественность узнает о серьезной озабоченности Парижа возможным выходом Греции из ЕС, это только усугубит кризис. На карикатурах все три французских президента повешены на Эйфелевой башне. Подпись, по крайней мере, они думают, что мы так же важны, как и немцы. Отношения с Германией у Франции после публикации теперь тоже могут быть испорчены. Париж планирует провести закрытую встречу своего руководства с лидерами социал-демократической партии Германии. Премьер-министр республики предупредил президента, что встреча должна оставаться в строжайшем секрете во избежание дипломатических проблем, которые могут возникнуть между Германией и Францией в случае, если Ангела Меркель узнает о намерениях Олланда встретиться с оппозицией у нее за спиной. В Белом доме от комментариев отказались. Впрочем, ранее Барак Обама уверял, прослушка партнеров закончилась все в том же 2012-м. Сергей Лавров уверен в обратном. Я этого не видел, но не удивлюсь. По крайней мере, скажу, что сегодня на КДРС, когда мы вели переговоры, у нас периодически то выключались все микрофоны, то все микрофоны включались. Глава Пятой Республики Франсуа Олланд собрал экстренное заседание Совета Безопасности Франции, чтобы оценить, насколько серьезна информация, попавшая в СМИ. Впрочем, дальше громких высказываний и показных обид дело, скорее всего, не дойдет. Та же история с тотальной прослушкой политиков Германии после полугодовалого расследования в итоге закончилась ничем. Несмотря на обилие очевидных фактов, доказать вину американского агента в суде странным образом не удалось. Дело в итоге замяли. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, вести из Парижа, Франция. И вот из Вашингтона приходит опровержение с несколько уклончивой формулировкой. Мы не нацелены и никогда не будем нацелены на средства связи президента Олланда, заявил чиновник Белого дома Нед Прайс. Правда, по сути вопроса, а была ли прослушка ранее, ничего так и не сказано. Альтернативы минским договоренностям не существует. Стороны украинского конфликта должны до пятницы договориться об отводе тяжелых вооружений с линии противостояния. Такие заявления прозвучали в Париже на переговорах министров иностранных дел России, Франции, Германии и Украины. А встреча нормандской четверки. Стас Натанзон. Почти 4 часа вместо запланированных 2 министры иностранных дел нормандской четверки вели переговоры до глубокой ночи. И, вопреки ожиданиям многих, не безрезультатные. Финальное коммюнике все же принято. И в нем еще раз подтверждается приверженность всех 4 стран Минским соглашением. Российский министр Сергей Лавров шел со встречи, хоть и сосредоточенным, но явно довольным. Уже позже на пресс-конференции он объявит, в финальном коммюнике есть и пункты про продолжение отвода вооружения, в том числе калибра менее 100 мм и танков, и, что крайне важно, про необходимость переходить к политической реформе, то есть децентрализации власти и наделению регионов Донбасса особым статусом. А значит, мирный план Минск-2, принятый в феврале лидерами 4 государств, еще в силе. Хотя многим казалось, последние бомбежки городов на востоке Украины похоронили его под руинами. Многим по разным причинам предпочтителен военный, силовой сценарий. Многим хочется, чтобы ситуация не успокаивалась, а наоборот усугублялась. Сегодня, подчеркну это со всей ответственностью, все 4 министра твердо выступили против подобных попыток за то, чтобы Минск-2 оставался основой всех наших усилий. Мои коллеги из Германии и Франции, в частности, подчеркивали, что Минску-2 нет никакой альтернативы. Но первая задача сейчас снова наладить мир, что называется, на земле, прекратить бомбежки. Об этом же прямо перед переговорами говорил и немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер. Без прекращения огня невозможно добиться каких-то результатов. Мы не сможем восстановить транспортное сообщение между Донбассом и остальной Украиной. Мы не сможем наладить политический процесс. И, конечно же, в таких условиях не может быть и речи о выборах. Они не могут пройти под обстрелами. С этой целью, в том числе, министры призвали стороны украинского конфликта быстрее договориться о демилитаризации Широкина. Помочь в этом должно ОБСЕ. Впрочем, как заметил Сергей Лавров, только прекращением огня ситуацию не решить. Необходимо воплощать весь пакет. Пакет Минска-2. Мы констатировали, прежде всего, это самое главное, что весь пакет комплекса мер, который был одобрен в Минске 12 февраля, сохраняет свою силу именно как пакет, что нужно двигаться по всем направлениям, не обязательно увязывая одно с другим, но обязательно добиваясь движения вперед
по каждому из пунктов, которые были зафиксированы в этом комплексе мер. Еще до переговоров в нормандском формате у Сергея Лаврова была двусторонняя встреча с его французским коллегой Лораном Фабиусом. Говорили в основном о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Но тему ареста российских счетов во Франции и Бельгии обойти, конечно, не могли. Привлекли внимание наших коллег к тому, что неправомерные попытки арестовывать российскую собственность, собственность российского государства, не помогают развивать наши двусторонние отношения. Мне показалось, мы нашли понимание у моего французского коллеги. По крайней мере, налицо было стремление избегать каких-либо движений, которые будут искусственно наши отношения осложнять. Хотя никаких прорывных решений принято не было, в обострившейся в последние недели ситуации, похоже, даже простая констатация мирных намерений уже существенное достижение. По крайней мере, пока политики продолжают разговаривать, есть надежда, что пушки замолчат. Стас Натанзон и Игорь Никулин. Вести, Париж, Франция. В то же время в Минске члены контактной группы, в которую входят представители Киева и народных республик, договорились, что в ближайшие месяцы работать они будут более интенсивно. Экономическая подгруппа подготовила ряд проектов на ближайшую перспективу. Об этом рассказала уходящая со своего поста представитель ОБСЕ Хайди Тельявини. Другие важные вопросы, по которым нужно найти взаимопонимание, это выборы и особый статус Донбасса. Но прекращать огонь в Донбассе киевские власти, похоже, все-таки не намерены. Сегодня ночью на окраине Полтавы загорелся грузовик, который вез боеприпасы на Восточный фронт. Снаряды начали взрываться, их разбросало по окрестностям. До ближайших жилых домов от места ЧП менее километра. И местные жители решили, что произошла диверсия. Сейчас трасса на Киев перекрыта, территорию обследуют взрывотехники. Полета в Екатеринбург сегодня ночью доставили предполагаемых угонщиков спортивного тренировочного Як-52. В ближайшие часы пилотам, которых подозревают в преступлении, должны предъявить обвинение. Вот только задержанные виновными сами себя не признают. Они говорят, что самолет купили. Репортаж Кирилла Сладкова. Подозреваемых в угоне Илью Кудряшова и Ромазу Шермардини доставили в Екатеринбург обычным рейсом. Однако в аэропорту Кольцово у трапа самолета их ждал автомобиль Следственного комитета. На ночь задержанных поместили в изолятор, и сегодня с утра они отправятся на допрос в Уральское следственное управление на транспорте. Именно это ведомство расследует уголовное дело по факту угона воздушного судна в Тюменской области. Кроме того, сегодня, как ожидается, двум авиалюбителям предъявят обвинение. Состоится заседание суда, на котором им будет избрана мера пресечения. Напомню, инцидент произошел в выходные. По версии следствия, пилоты-любители из Москвы незаконно подняли в воздух самолет ишимского клуба ДСАФ Як-52. Однако далеко улететь им не удалось. Из-за технических проблем самолет аварийно приземлился на аэродроме Елутеровска. После этого напарники бросили лайнер и на другом самолете «Гордан» вылетели в Москву. После дозаправки во Владимирской области молодые люди добровольно явились в управление ФСБ для дачи показаний. По их версии, самолет они не угоняли, а купили за 25 тысяч долларов. Однако начальник местного отделения ДСАФ Александр Мякишев факт получения денег категорически отрицает. Вот стоял, ждал ремонт. Он на продажу как пишет? Нет, нет. Это федеральное имущество, поэтому я надеюсь, что это не было такого умысла. Сейчас в Тюменской области работает столичная комиссия ДСААФ. Местных чиновников подозревают в сговоре. Якобы они собирались продать самолет Як-52, затем списать его задним числом. Кирилл Сладков, Николай Старостин, Геннадий Лагунов и Елена Галеева. Вести, Екатеринбург. Накануне в Москве Владимир Путин принял Шимона Переса. Экс-президент Израиля находится в столице с частным визитом. В августе Пересу исполняется 92 года. Он лауреат Нобелевской премии мира и старейший израильский политик. Его карьере более 70 лет. В Совете Федерации предлагают создать список иностранных некоммерческих организаций, которые наносят вред интересам России. Идею сегодня озвучил глава Международного комитета Константин Косачев. Он напомнил, что НКО играют ключевую роль в организации цветных революций. И страны Запада используют их для смены неугодных правительств. По сведениям Косачева, за последнее время западные фонды резко увеличили финансирование своей деятельности в России. В 2014-м оно достигло 70 миллиардов рублей и продолжает расти. Этому необходимо противостоять, считает парламентарий. Мы не имеем ни политического, ни морального права допустить ни югославских, ни иракских, ни украинских сценариев. Мы в ответе за страну, которую уже один раз потеряли, и чтобы не повторить еще одного развала, а значит и поражение страны, нации,
надо держать на эффективном контроле работу внешних игроков на российском общественном и политическом поле. России пора составить собственный перечень вмешивающихся в наши дела зарубежных неправительственных организаций, своего рода патриотический стоп-лист. Тема действительно очень важная. Есть предложение поддержать, предложение провести совместную работу, подготовить необходимое обращение с тем, чтобы мы могли рассмотреть его в окончательном виде 8 июля на нашем завершающем заседании. Всех заинтересованных сенаторов прошу также подключиться к этой работе.